медицинского университета посвящается. Если все профессии на свете вдруг сложить горою на планете, то, наверное, у ее вершины вспыхнуло бы слово «медицина». В жизни нашего теперь университета было три основных этапа. Первый этап – это когда в 1944 году, в годы лихие Отечественной войны, был организован Оренбургский медицинский институт. Второй этап – это когда в 1994 году, спустя 50 лет, стала академия. Ну и вот к 70-летию мы пришли, когда статус изменился, мы стали университетом. Здоровье – это самое ценное человека. А мы готовим специалистов, которые должны заботиться о здоровье, охранять здоровье. А если пошатнуло, значит и лечить. В настоящее время в университете на 9 факультетах обучается свыше 3000 студентов и слушателей, аспирантов, клинических координаторов, интернов и иностранных граждан. Вообще это очень замечательная дата, 70 лет. В свое время открытие этого высшеучебного заведения, оно было очень знаковым для Оренбургской области. И я, конечно, от всей души хочу поздравить коллектив нашей медакадемии с таким замечательным праздником и, конечно, пожелать дальнейшего развития. Студенческое научное общество поздравляет любимую академию, теперь уже университет, с юбилеем. Желаем процветания, умных студентов, новых научных открытий и, конечно же, здоровья. Той же гордой клятвой Гиппократа на служении людям, как солдаты, присягают новые врачи.